Приветствую вас. Вы знаете, для такого достаточно объемного вопроса вы довольно мало предложили информации, но, вот, чтобы ответить вам на вот, собственно, этот вопрос. И мне кажется, что если вы действительно хотите разобраться в проблеме, своей проблеме, то, наверное, было бы лучше для вас более подробную информацию предложить. На текущий момент мне ситуация видится такой. В целом это некоторое разочарование от любви, как мне кажется. То есть вот именно что разочарованность любовью возникает, когда вы, ну, у вас были какие-то надежды, у вас были ожидания, вот. Это не оправдалось, потому что у вас муж военный, вы привыкли быть одной, вот. И вы ушли в себя, то есть это привычка. Это просто вот определенная такая сформированная привычка. И, на мой взгляд, гораздо важнее здесь то, что с одной стороны, вам не хочется, значит, ничего менять, вот. То есть, ну, вы не готовы, а? Сейчас что-то делать со своей жизнью, вот, не готовы менять свою внутреннюю организацию, с одной стороны, с другой стороны, вы для чего-то все равно с мужчиной находитесь рядом, и вам хочется. Ну, то есть вы считаете для себя необходимо любить его. То есть думаете вы примерно, ну, примерно так вы думаете, что если я его не люблю, то я какая-то плохая, вот. То есть по факту здесь идет некоторый конфликт, наверное, между тем, чего вы хотите, вот, между тем, что вам хочется, что вам нужно, и тем, что к чему вы привыкли, вот. Может быть, вы считаете себя любви недостойным. Такое тоже бывает. То есть, в целом, это выглядит как знаете, такое, ну, такое бегство, такой побег от себя, от чувств, да, от
там, ну, от отношений, вот. Так это именно вот что, как бегство выглядит, вот. Я не говорю, что это плохо обязательно, ни в коем случае, нет. Просто говорю о том, что вот выглядит это таким образом. И совершенно не обязательно это должно быть чем-то плохим. Вот. Ну, давайте подумаем немножечко еще. Что вы вкладываете в понятие любить? То есть вот вы говорите, что я не могу любить. Что это значит? Что значит я не могу любить? Что вы вкладываете в это? Что я не могу любить? На мой взгляд, ну, по моим ощущениям, я не могу любить, звучит таким образом, что я не принимаю человека таким, какой он есть. Вот. Ну, не принимаю, не могу принять, да? И так далее. То есть это выглядит вот примерно таким образом. Ну, возникает вопрос, если вы человека не принимаете таким, какой он есть, то принимаете ли вы себя в таком случае? Ответ, я думаю, будет, скорее всего, отрицательный, потому что уход в одиночество — это страх, зачастую. Страх осуждения, страх отвержения, вот. Опять же, хочу, чтобы вы понимали одну важную вещь. Что одно дело, если вам комфортно. Одно дело, если вам хорошо в своем положении, если вам хорошо в своем состоянии. И совсем другое дело, если вам хочется чего-то больше. Если вам хочется чего-то больше, то есть если вы чувствуете, что нуждаетесь в чем-то, ну, в чем-то больше, да, то это уже является, ну, такой вот мотивации для психологической работы. С вами. Вот. Это то, что можно вам ответить. То, что можно вам сказать. С точки зрения психологии. Знаете, тот факт, что вы выбрали себе мужа военного, да, и привыкли быть одна, ну, вероятно, не случайно.
вполне вероятно, что вы не случайно выбрала себе такого мужчину, вот. Вероятно. И, вероятно, вам это для чего-то было нужно. Да? То есть, вам почему-то было нужно быть одной. И, соответственно, вопрос, на который желательно ответить, вот это то, что вам в одиночестве, ну, по факту, по сути, комфортно. И на вопрос о том, а хотите ли вы, что-то менять, да, в своей жизни. То есть вы же сейчас, да, вы просто спрашиваете, почему. Это выглядит как, знаете, как некоторое требование, что ли, к себе, что я должна любить, а вот если я не люблю, то я, ну, допустим, плохая, может быть. Я, допустим, ну, со мной, допустим, что-то не так. Вот. То есть это вот все такие весьма важные моменты. Я думаю, что с вашим мужем вы развелись. Хоть прямо вы об этом не пишете. Но если все-таки развелись с мужем, то любой развод есть травма, и, соответственно, если есть некоторые трудности с выражением чувств вот, у вас, то этим тоже нужно работать. Тем, чтобы вот, учиться свои чувства выражать, учиться принимать их, да, не бояться, ну, не бояться высказывать то, что вас беспокоит, то, что вас тревожит по той или иной причине. Вот. Это очень важно. Сейчас, на данный момент, вы этого не делаете практически. И, соответственно, переживаете в некоторой степени депривацию. Переживаете вы депривацию в какой-то степени. То есть изоляцию. Вот. Это крайне, ну, такая
болезненного. История. Крайне такой болезненный момент. Вот. Ну. Соответственно, уже с этим нужно работать, если вы хотите. А, повторюсь, если только вы хотите этого. Если вы этого не хотите, если вы не считаете, что у вас есть проблемы, то работать, соответственно, не нужно. Причина, почему вам ничего не даст. Вот, по крайней мере, исходя из моего опыта, это так. Вот, на этом все, в принципе. Я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что ситуация самым лучшим образом для вас разрешиться, вы найдете гармонию в себе и в окружающих. Вот. Я желаю вам удачи. Я желаю вам всего самого доброго. На связи.